Всем привет, друзья, и сегодня мы с вами опять будем обсуждать новинки из нашего любимого Фикспресса. Большой привоз алмазной вышивки по 77 рублей, вышивка квадратной формы. К сожалению, в нашем магазине только две разновидности с гортензиями и с тюльпанами. Но зато их очень много. Вот такая милая пластиковая фоторамка для фотографии 10x15 стоит 77 рублей. Смотрится очень нежно. Новый аромадиффузор. И это теперь диффузор не с обычными палочками, к которым мы привыкли, а с цветком. И цветок тоже непростой. Он способен менять свой оттенок в зависимости от того, насколько сильно пропитается ароматическим составом. Причем максимальной своей насыщенности он может достичь через 15 или даже 24 часа в нашем магазине с ароматами лаванды, ночного жасмина. Ну и также девочки спрашивали меня про пеналы с блестками. Да, вот наконец-то только что они дошли до нас. Ну, по факту обычные пеналы с прозрачным кармашком, внутри которого находятся блестки в жидкости. А с обратной стороны вот такая меховая вставочка. Ну, особого восторга они у меня не вызвали. Конечно, интересно для деток, для подростков будет интересно позалипать на вот эти блестяшки, но не более. Тем более по объему пенал не настолько большой. Также много еще в продаже детских энциклопедий на разные тематики. 199 рублей они стоят. Ну и давайте немного пробежимся по коллекции к 8 марта. Она вся такая нежная, интересная, красивая. И первая — это квадратные коробки размером 15x15 сантиметров, стоят 77 рублей. Коробочки большего размера за 99 рублей, размеры уже 18x18 сантиметров, и крышка у них непростая, она не снимается, а откидывается. Картон плотный, и мне понравились вот эти принты. Посмотрите, насколько все красиво, стильно. И такую коробку можно использовать не только в качестве подарочной, но и хранить дома какую-то мелочевку, будет смотреться интересно, красиво и стильно. Новые модели ароматических свечей вот в таких металлических банках за 77 рублей. Свечи ароматические, но без указания, какой аромат у них. Но внутри, посмотрите, в парафине виднеются лепестки, наверное, роз. Отличаются по оформлению баночек, ну а пахнут, как мне показалось, все одинаково. Как всегда, набор мыльных сердечек в коробочке в виде сердца, 13 штук за 99 рублей. Маленькие открытки за 10 рублей. Светодиодная гирлянда, которая питается от батареек. Длина ее 3 метра и всего 20 лампочек. Необходимо для ее питания 3 пальчиковых батарейки. И на каждом светодиоде располагаются тканевые сердечки. Есть гирлянды с белыми сердечками, а также есть с красными. И еще один вариант светодиодной гирлянды, называется «Розочки», стоит 199 рублей. Вот в такой красивой упаковке. Гирлянда светит очень красиво. Я подобную заказывала еще года два с AliExpress. Мне нравится. Питается от двух пальчиковых батареек. И длина у нее 2 метра. И вот доехали те самые стеклянные вазочки с бантиками. Цена 99 рублей. В нашем магазине они в двух оттенках. Вазочка довольно милая, рифленые бока. И вот такая форма у нее интересная. Была бы, конечно, повыше. 13 сантиметров как-то маловато. И вот та самая кружка с силиконовой крышкой за 199 рублей, которая мне понравилась в каталоге. Объем ее 500 мл. Удобно будет в ней заваривать чаи какие-нибудь травяные и настаивать. Крышка закрывается, в принципе, герметично. К сожалению, не знаю, будет ли она протекать или нет. И есть несколько вариантов оформления этих кружек. И за 199 рублей есть второй вариант кружек. Объем у них уже меньше, 345 мл. Но это кружка с ситечком и с крышкой. Посмотрите, тоже вот такие интересные тропические принты. Смотрится интересно, мило. Даже вот такие с красивыми павлинами.
420 мл под названием «Цветы» стоит 99 рублей. Красивый подарочный пакет размером 32 на 25 сантиметров стоит 50 рублей, изготовлен из прочного картона. Также имеются две шелковистые ручки-веревочки, а еще мне понравилось, что украшено вот этими блестящими узорами с блестками. Второй вариант подарочных пакетов меньшего размера 18 на 23 сантиметра стоит всего лишь 27 рублей. Подарочный набор, состоящий из ручки, зеркальца и брелка, за 99 рублей. Все это в такой красивой цветночной упаковке. Интересный набор для создания букета прекрасно подойдет для деток, которые хотят порадовать свою маму. Стоит 149 рублей. Ну а в наборе все необходимые принадлежности. Это пенопластовая основа, искусственные цветы, пластиковые всякие элементы и ленточки. И мне кажется, самая полезная вещичка из этой серии ко дню 8 марта – это USB-нагреватель для кружки. Прекрасно подойдет для рабочего места, когда нужно подогреть остывший чай, кофе, либо поддерживать температуру напитка. Длина провода 95 см, а максимальная температура нагрева 65 градусов. Стоит 149 рублей. Декоративная нить под названием «Цветы» 2 метра, по факту это леска, и на нее уже нанизаны бусинки и вот такие розочки, стоят 55 рублей. Набор декоративных наклеек за 50 рублей, в наборе несколько вариантов пластиковых цветочков и жемчужные полубусины. А еще привезли вот такие маленькие игрушки на присосках в виде милых медвежат, собачек и жирафиков. Каждая зверушка в ручках держит цветочек. Большое пополнение в отделе с резинками. Вот такой набор из 5 резинок стоит 55 рублей. Милые детские резинки. В наборе две резинки и украшены они различными жучками, зайчиками, например, вот такими пчелками. Цена 77 рублей. Набор из двух интересных резинок за 55 рублей. 5 резинок за 55 рублей. И вот такой большой набор, состоящий из 100 маленьких резинок за 99 рублей. Представлен у нас в двух цветовых решениях, но, к сожалению, такие резиночки очень быстро рвутся по шву. Проверено. Набор из 4 заколок крокодильчиков, которые украшены атласными бантиками, причем бантики есть еще и с люрексом, за 55 рублей. И еще остались наборы заколочек из серии «Ко дню Святого Валентина» в пластиковых сердечках. Удобная кисточка для нанесения масок за 55 рублей. И меня очень сильно порадовало, что теперь кисти есть такие дешевые. Обычно они стоят 99 рублей. И написано, что подходят они для любых типов масок. Наконец-то появились новинки среди акриловых органайзеров. Вот такой интересный органайзер за 149 рублей включает в себя три отделения, два из которых с крышечками, а второе разделено тоже на два маленьких отсека. Ну и также посмотрите, сколько много различных органайзеров в нашем магазине. Это и новые органайзеры, и старые коллекции тоже есть. Мужской гель для душа Old Spice 149 рублей за большой флакончик объемом 250 мл. Неплохой мицеллярный гель для душа от фирмы Эковид всего лишь 55 рублей. Отзывы по нему неплохие, не вызывает аллергической реакции, не сушит кожу, так что, я думаю, смело можно покупать. Снова у нас в продаже появились вот эти детские туники за 199 рублей, состав 100% хлопок, размеры до 128, кажется, я вот находила. Тунички интересные, красивые, мне больше всего понравилось в темном цвете.
Девочки, ну и если вы не успели прошлым летом купить пластиковые подставки для обуви, сейчас самое время. В нашем магазине просто большой завоз, стоит 77 рублей. Способ использования вы видите на этикетке, помогает очень удобно организовать хранение обуви. Подойдет для всяких кроссовок, шлепок и немассивной обуви. Чехол для хранения больших вещей, каких-то пуховиков, подушек, одеял за 199 рублей. Изготовлен из нетканого материала, но, к сожалению, мне такие чехлы не нравятся. Очень быстро у них расходятся молнии, именно фикс-прайсовских. Ну что, друзья, вот и все новиночки на сегодня. Не забывайте участвовать в конкурсе, который проходит в видео, где я рассказываю про посылку Faberlic. Конкурс продлится до этих выходных, поэтому не забывайте, переходите, участвуйте. Если видео было для вас полезным, поддерживайте пальчиком вверх, подписывайтесь на канал. Ну а на сегодня это все.